Давайте напишем, что они резиновые, а не силиконовые. Как, ну, на самом деле они резиновые, да? Резиновые. И у нас все равно не влазит. Значит, давайте попробуем так. Их, конечно, надо как-то подсветить цветом здесь. Ну ладно. Значит, смотрим, что у нас здесь. В типе ёршики, зипик, индикаторы налета, щетки. Да, надо, конечно, вот эту главную надпись с продукции скрывать. Надо, чтобы меню подтягивалось. Оно было только на самой продукции. А если мы по селектору лазим, то текста этого не должно быть. Итак, да. Значит, какие группы у нас получились? Изи-пики, индикаторы налета, щетки, селект, щетки профессиональные, детские, ёршики, софт, ёршики, эльджон, зубные нити, гели стором, аксессуары, маркетинг. И остальные бренды. Значит, мы решаем, что у нас вот этот текст вводный будет только на странице продукция, на самой. А на второстепенных страницах выбора по бренду или по внутренним разделом. Вот эта вся штука будет складываться. Да, до меню. Это мы запишем в технический список наш, который мы составляем параллельно. Сайт Ромашка. Вот пункт 6 будет. За главный текст видим только на странице продукты. На страницах продуктов и групп продуктов. Было понятно сразу. Не видим. И все этого достаточно. Идем дальше. Значит, здесь мы группы нарезали. Какие у нас еще есть группы продуктов? Теперь по брендам смотрим. Кин мы продаем. Продаем. Хорошо. Блюя. Блюя мы пока не продаем. Мы его уберем. А, продаем. Надо продать еще то, что у нас осталось. Так. Что еще? О, очень много. Интересно. Ну, только все фотографии, нам нужны вертикальные. Очень важно пользоваться настройками фотографии и вот инструментами. Тип. Разные, большие. Нам большие, конечно, фотки нужны. Всегда старайтесь качать максимальную фотографию по размеру, если надо, ее там сайт сам подрежет. Ну, сейчас большинство компаний уже есть. Но у нас нет ничего вертикального, плохо. Она там с одним знаком, да. Вот это. Ну давайте скачаем. Какая разница на самом деле? На данном этапе совершенно. Вон она какого реального размера. Нам она подходит вполне. Посмотрим аналогичную. Вот такая нам тоже пригодится. Какие еще есть скинеры? Вот такую надо обязательно для пасты. Ну и вот я бы скачал где-то три они, да? Две пасты ополаскивать. Здесь тут что-то еще интересное.
Но остальное все это уже клипартами. Эти соединения знаками. Эти есть. Так у нас есть. Вот такой номер, да? Ну, да, вот точно. Это закрываем. Создаем новую группу. Мы не здесь создаем. Надо ее грохнуть сразу. Мы создаем, это ж подгруппы. Так. А у нас... вернуться в бренды. Пишется он так вот. Правильно же как? Смотрим. Апаке, правильно, да. Картинки, которые мы только что накачали, в загрузках лежат. Вот сейчас мы выберем какую-то из них. Вертикальную, опять же. Вот эту. Прекрасно. Выбираем, да. Сохраняем. И у нас получается новая группа. Так, а в разделе продукция, что же у нас будет? Как это выглядеть будет? У нас здесь нет продуктов, поэтому ничего не отображает. Сейчас мы это все причешем. Значит, апаке Германия. Нам надо в брендах же его еще создать, правильно? Нет, здесь фотка-то горизонтальная. Так что мы это удаляем. Загружаем первую самую, которая вот она подходила вообще идеально. Вот это. Угу. Ищем тогда еще картинку апакея. Вот такой. Угу. Сохраняем. А еще мы закрываем. Здесь мы бренд, конечно, меняем на картинку бренда. По понятным причинам, которые мы только что скачали. Ну что, а теперь бренды у нас все добавлены, группы все выстроены. Давайте апаке поднимем наверх. Теперь распределим бренды между собой, правильно? Значит, самый верхний кто у нас будет? Апаке, конечно. Потом у нас будет вот так, посмотрим. А, конечно, логичнее всего было бы сделать вот так. Чтобы у нас, смотрите, да, у нас получается... Но вот, будут ли находить? Но у меня реально становится двухуровнево. Сначала у нас все бренды, в которых внутри небольшое количество продуктов. А сам последний у нас идет TP. И все вот эти группы, они выделены как отдельное меню. То есть за счет этого смещения и пунктов становится искать очень удобно. Да? Получается верхняя часть меню и нижняя часть меню. Она длиннее даже. Прекрасно. Теперь... После того, как мы все бренды добавили, мы будем добавлять продукты. Наша задача создать все продукты и их правильно распределить по группам. Значит, средства King Invisible первое. Создать. Вот лабораторский. Параметры. Давайте вот это пока мы заполнять не будем. Один какой-нибудь заполним. Продукт, да, у нас очень много настроек на самом деле здесь. Да, это супер, конечно. Супер сайт. Ничего не могу сказать. King Ingel. Значит, параметры. Какие у нас будут выделяться? Путь введения. Какой-то особенный у него есть путь введения? Нет.
А, можем сами задать. Действующее вещество у нас какое? Мы его по действующему, правильно? Пишем. Розничная цена текущая. Значит, мы берем текущую розничную цену.